И еще один разговор на спортивную тему. Николай Меркушкин встретился сегодня с президентом Федерации тенниса России. Шамиль Тарпищев прибыл в Самару на 6-й международный фестиваль спортивного кино и телевидения. В разговоре затронули тему развития спорта, поддержки профессионального и массового спорта. Напомню, в регионе открыто несколько спортивных комплексов, как универсальных, так и ледовых центров. В будущем году в области крытых катков будет уже 7. Много молодежи, которые были втянуты в другие процессы, и нам надо возрождать культ спорта, здоровый образ жизни. Ну, мы ваши помощники, поэтому, тут, как скажете. Вам спасибо, во-первых, за кинофестиваль. Мы 6-й же год уже провели, и идеология по спорту, она ложится в программу развития спорта 16 по 20 год. И у нас уже задумка такая, уже окрепли. Сейчас и Владивосток, Камчатка, регионы хотят так на постоянной основе проводить. Но пальмов первенства у вас, как всегда, в спорте.